24 июня в республике день выходной. Однако вместо того, чтобы поспать подольше, многие чебоксарцы вышли на зарядку. Ведь подзарядиться в этот день можно было от настоящей звезды. Зарядка. Все чаще это слово ассоциируется у современных россиян с работой мобильного телефона или ноутбука. Сегодняшнее мероприятие призвано напомнить, зарядка бывает и для тела. Это то, с чего следует начинать утро. Вдох глубокий, руки шире. Не спешите. 3-4. В день республики тысячи чебоксарцев решили взбодриться и окончательно проснуться вместе на Красной площади. В первых рядах задавал ритм и глава города. Но за спинами волонтеров, представителей администрации города и правительства республики расположились жители города самых разных комплекций и возрастов. Организаторы насчитали около 3000 участников. О физкультуре со звездой я слышала много раз. Но когда мне сказали, что будет сегодня, я решила тоже попробовать. Может быть, и смогу что-то повторять. Как, танцы я вообще очень люблю. Если будет под музыку, совсем будет хорошо. Я сюда пришла, чтобы сделать зарядку. А почему ты хочешь сделать зарядку? Ну, чтобы быть здоровой, сильной. Понятно. Чтобы не болеть. Музыку и движение подбирали по нехитрому принципу, чтобы было весело и осилить смогли все. Упражнения, во-первых, подбирались, конечно же, по энергетике, чтобы было всем весело, здорово, позитивно, так как это зарядка, это в первую очередь должна быть бодрость, настроение веселое. Будить сонный город помогали не только бодрая музыка, упражнения и опытные инструкторы, но и настоящая звезда. Мастер-класс по березке и упражнения на суставы чебоксарцам показал известный актер и спортсмен Олег Токтаров. Я специально не готовился, я просто подумал, что девчонки и так молодцы. Они настолько заводят толпу и настолько профессионально все делают. Я подумал просто, что единственное, что я бы мог добавить сюда, именно для более пожилых людей – какие-то хитрые штучки, чтобы... Ну что у людей обычно болит у пожилых? Болит спина, болят колени. Вот я, собственно, и показал эти два упражнения. Впрочем, сегодняшний необычный урок физкультуры – только репетиция. Следующую зарядку организаторы планируют посвятить Дню города. Вполне возможно, что массовость мероприятия потянет на Книгу рекордов. Ольга Пырочкина, Александр Петров, Республика.